может, он там? Ну, давай посмотрим уже. Ну, давай туда. Ну, здесь вот трава. Здесь щука вся стоит. Здесь сороги нет, да? Ну, не знаю. Надо пробовать. Ну, здесь-то мелко. Пойти буду, ну. Ну, давай вон там, вон, на границе. Но. Не сладчик. Да я не знаю, не вижу. Ну, что, здесь икаримся? Ага. Все, взял шпиц. Мы что, без червячков, да? Нет, ну я имею в виду это. Ну, а стоя вообще, ничего себе, так-то здесь нормальная глубина. А рыбы не видно. Ну, сейчас жарко, наверное, может, в кустах вся. Давай здесь попробуем, потом переплывем. Так, что там глубина? Так, ну что? А ты уже что, закормил, да? Маленько. Ой, больше глубину надо. А где? Наживка. Ты на что? Да это пойди уклейка. Блин. Что, просто наматываешь, да, его? Капель. Ну, смотри, он что делает. По поплавку. На тесто надо сороги. Да что-то я вообще сомневаюсь. Тут уклейка он не даст сороги клевать. А что у тебя глубина маленькая такая? Садок, что, веревки нет никакой. Ну там, блядь, крупная углубили, ходила. Че, куда ее привязать-то, ё-моё, на чё бы? Я. Че? На тесто? Нет. Да, что? Да ты ее в лодку кидай сразу. О, нормально. На, теперь этот.
привязать как-то. Ну кидай сюда. А ты это самое, давай. Так она, это нитка-то что, от меня уже отрывалась так. Так я тебе говорю, что она оторвется, там узелок не это. Ну-ка даже, а так что? Ну она так мало будет. Видишь, даже если зацепит. Ну-ка даже, если вот так вот. Если только подвисло. О, давай подвисло. Давай. Да, что-то все равно маловато ей. Ничего себе, я тоже такую хочу. Саня, сорока подошла, что ли? Я порушу нас еще. Спешу. Уйдет нахуй. Это сука. Даже я порошу мне сюда. Правильно, вся прикормка туда к тебе уплыла. Говорю, вся прикормка к тебе туда уплыла. Да ебаный. Галяк. Это закидывай. А, ты вон куда? Ты у меня одни вон. Одни уклейки. Да что ты будешь делать-то, блин? Может, надо еще прикормить? О, не о, то же самое. А? Да, я думал, что-то нормальное, а там шпрот опять. Еще и всех опарышей сожрал. Ладно, эту. Че себе, да? Уклейка тащится как будто. Опять это. Сорвалась. Да потому что весь прикорм туда, наверное, ушел. Давай, сюда, вот сюда надо, это, так туда где-то как. А, ну ты через тебя буду кидать. Знаешь как? Ай, блин, нос. Смотри, что у него внутри. Какие? Пиявки, блядь. Пиявки, наверное? Вот, значит, пиявок надо искать. А вот кидай. Ну, кидай, попробуй. А я вот сюда буду. Ну, да, сейчас попробую вначале это. Может, это все провокация. О, хорошо, солнышко спрятал. Надо просто туда прикорм закинуть. Куда? Да вон туда он. Чтоб он как раз по течению сюда придет. То что, ты кинул сюда, а он это уплыл весь туда. Я вон туда он кидал. Ну, так он и уплыл туда. Видел, где ты вот здесь вот кинул, она вон туда, вон, метре 2.5. Только
Ну-ка, давай туда, блядь. Ну, все, сразу. Ну, давайте с собой пробовать. Что там я мочил? Хорошая. Зима. Вот делает вино. Зима? Нет. Летом такую, как зимой, жирную. Короче, я не знаю, так я намотал. Ну, ты это много. Да. Ну я просто сейчас попробую. Шарик. Да, зимой-то я когда рыбачил-то последний раз. Ну все, сейчас. Вот это уже сорока, по-моему. А хотя да ну. Блять, поплавок, сука. Че он тебе? Спустился? Сожрали прикормку все. Да, я брошу. Шонку надо кинуть. Да, я. И на пшонку рыбачить надо пробовать. А, хоть размерзлась? Зато. На, хоть под... Да, на. Сразу, да? Ага, вон она плывет, я вижу отсюда. Вон, 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 и рыба такая. Рыба там... Да вон она плывет. Да вон она, вон, вон плывет, видишь? И рыбы такие вокруг плавают. Унесло, да? Ну вон она, и отсюда до сих пор он. Вон, вон, смотри, вот сейчас вот упадет, наверное. Не, все равно несет. Давай другой. А и рыбы видно плавают прям. Давай вот это хоть вроде тонет. А ее надо вон туда прям. Ради такой. А если бутерброд, тесто, опарыши, там опять тесто. Во, да ё-моё, нет, не о. Короче, сейчас сюда еще тесто заподяжу к этим опарикам. Вот это я понимаю, ё-моё. Ты смотри, какая, ё-моё. О!
Это не это тесто вместе с опарышем. Короче, опарыш и тестом обмотал. Во! Нормально, хорошее.